Всем огромный приветик. А мы тут собрались кое-куда, собираем вещички. Приготовили полотенца. Ой, тут всякие наши тапки, шлепки, мыльно-рыльное. Да? Мы уже вышли на улицу, очищаем машину, прогреваем ее. У нас вчера небольшой снежок был. Вот, ну, где-то сейчас нулевая температура примерно. Вот. Так что подготавливаем машину. Сейчас поедем, заедем в заправку, заправимся. И поедем в Балтийск, в аквапарк. Едем в аквапарк. Втроем. Мама и Аркаша. Куда? Едем. Нам осталось 1,6 километров проехать. Все. И мы будем на месте. Единственное, что мы не дозвонились до самого аквапарка. Трубку там не поднимали. Надеемся, что все нормально будет, все будет хорошо, и он будет открыт, да? Да. Ну, вообще написано было, что открыт. Да, нам на сайт зашли, там вроде написано было, что открыт. Ну, по сути, значит, должно быть открыто. Ладно, мы поехали. Так, мы уже обрадовались, но там 1,6 нужно было ехать до Балтийской улицы. А так нам еще ехать 27 километров до проспекта Ленина. Рано мы, конечно, обрадовались уже. Чё? Все равно осталось чуть-чуть еще нам, да? Угу. Ну, как-то что-то заморозило, да? Да, есть такое. Ну, какое? Я еще так обрадовалась. Погодка хорошая. Вот лазила, наверное. Приезжаем такие серые-серые, да, места. Дорога старая. Ну да. Ладно, мы поехали дальше. Что? Мы въехали, въезжаем, вернее, в Балтийск. Осталось нам 14 минут еще ехать. Да, Таис, покажи. Море. Вот с этой стороны, вон море, Таис, смотри, вон оно. Море, да. Приблизь. Не классно? Я не могу больше. Приблизь не можешь, только вот море. Лежачий полицейский. С моей стороны. Я сижу, тут находится море. Ну что? Ее сейчас еще будет видно? Да. Вон оно, Таис. Вон, да? Ну на камере вон не оно. Очень видно. Ну не видно уже сильно, что здесь деревья. А это то же самое, когда в Зеленоград едешь. Улочка такая, да, большая? Не знаю, бараки какие-то. Ну смотри, вышки тут. Новостройки. Военный городок. Проедемся по улицам Балтийска. Ой, попрыгаем чуток. Так. Пять минут там еще ехать по навигатору. Thank you.
Ленина. Держитесь правее. Вообще держимся. Дорогие друзья, все, мы приехали, машину закрыли, все, идем в аквапарк. Вон, смотрите, тут сколько тоже машин, то бишь мы не одни здесь, да? Вова, круто, ты еще сама один. Ой, хорошо, ой, на улице морозит, море, пожалуйста, море, вам, смотри. Да, потом посмотрим. Прям будут окна выходить на море. Пойдем почитаем, я думаю, здесь центральный вход. Не знаю. Очередная. Давай, открывай дверь. Нельзя ходить. Ну, давай, иди. Открывай дверь. Давайте. Заходите уже. Внимание, проход сказано. Пойдемте билет покупать. Вон там, наверное, я так думаю. Гардероб. Мама сначала снимем, а? Что снимем? Куртку, вон там кешет. Давай, сейчас нам девушка попросит. Попросим ее. Нам поможет билетики купить. Так, сейчас мы тут разденемся, гардероб. Мы билеты купили электронно. Так, на 3 часа взяли абонемент. Вот, сейчас идем на 2-й этаж. Переодеваться. И пойдем барахтаться в бассейн. Мы с Таисией взяли 1 ключик на 2. Вот. У Аркадия. Да в любую заходи. Аркаш, давай иди. Вперед проходи. Чего стесняешься? Ой, видишь, тут какие-то женская раздевалка 234. Так, мужская раздевалка 237. Пойдем. У Аркаши 237. А мне куда? А у нас 234. Пойдем, Аркадия, проводим. 234, 237. Ну и в Аркадию проводим. Так. У меня 234. Так. 237. Смотри, подожди. Сейчас Аркадию инструктаж. Вот у тебя ключик, вот номер. Номер шкафчика 129. Находишь его, открываешь. Берешь, складываешь туда свои вещи. Шкафчик ключиком закрываешь, проверяешь дверь, чтобы закрыта была. И на руку одеваешь браслет. Все, встречаемся в зале. Не спеши. Там ты увидишь, там выход будет, я так понимаю. Там люди будут, если что спросишь, не переживай. Не переживай. Все, не переживай.
Хорошо? Вот аквапарк, бассейн там. А, значит, надо будет потом выйти отсюда и идти туда, да? Нет, ты будешь выходить, ты через раздевалку будешь выходить. Иди, не спеши, спокойно раздевайся. Аркаш, полотенце брать не надо, я взяла полотенце для нас отдельно туда, все. Номер свой, номер найдешь свой, да? Все, давай. Там у тебя есть шлёпанцы, конечно, одеваешься. Переодеваешься, полностью раздеваешься. Уже пришли. Вот здесь вот такие вот бассейны огромные. Такие грибочки из бегорки. Вот, для маленьких деток такая площадочка. Джакузи. В общем, классно. Сейчас пойдем плавать. Вот мои уже пошли. Как водичка? Теплая? Теплая? Грибочки. Классно. А, кстати, вот эти штуки, наверное, я думаю, брать можно. Наверное, вот эти штуки можно брать. Наверное. Пользоваться можно. Сейчас я это приду. Поснимаю чуть-чуть. Так, сейчас покажу вам тут, какие виды открываются. Панорамы красивые. Тут хорошо, что еще время показывает. Вот. Мы на 3 часа брали, получается, в 3:20. Нам нужно будет уже выходить. Вернее, сдать ключики. Так что, я думаю, достаточно времени. Есть лежаки. Вот, в женской переодевалке, получается, есть душевые кабины и сауна. Можно погреться в парилочке. Вот, это виды открываются на море. Какие красивые. Можно нырять в таких вышек. Ну, нормально аквапарк такой. Не такой, конечно, крутой, как в Адлере или там где-то еще, в Турции. Но, по крайней мере, хоть такой есть у нас. Детям развлекаловка такая. Течение. Там, кстати, есть труба. Можно трубу брать, вот такую трубу мягкую, и с ней плавать. Что? Там есть специальная штука такая для плавания. Ее можно брать. Я оставлю или здесь полотенце наше. Одно взяла полотенце, чтобы тут вытираться. Стоит. Заплывай в грибок. Видишь, Аркадий. В грибок заплывай. А? Здесь чисто какое-то течение. Да, тут течение. Пойдем к нам. Сейчас я иду, поснимаю чуток у вас и к вам пойду. Так, мои решили подняться наверх, прокатиться решили с горки. Так что сейчас я их буду тут караулить, как прокатиться. Экстремалы. Я тут снимаю. Опа! Так. Аркадий приехал. Там ничего себе. Да, ты такой заходишь, там не вообще есть. А мне кажется, черная горка, она самая такая не страшная, потому что она
скорость не такая большая. Бешеная скорость синий. Вон, видишь, там наверху окно. И там ты смотришь, сможешь, если съехал, ты садишься. Там никого нет, там сами все посидят. Давайте экшн-камеру дам, проедешь с экшн-камерой. Я на руку прицеплю, ты будешь ехать вот так. Я хочу стерну попробовать. Ну давай, иди. Что-то решили дети проехать в черные горки. Вот я их сейчас жду. Камеру взять, поснимать, да? Погнали, да, еще раз. Что расскажешь? Как? Что расскажешь? Ничего. На синий поедешь? Ребят, тут смотрите, душевая кабинка есть, получается, как с аквапарка, да, заходишь. И еще есть парилочка, сауна, парилка, вернее, тут можно погреться, классно очень. Сейчас мы поплаваем, тоже погреемся, обязательно сюда придем. Ну что, мы уже накупались, посушились, уже вышли. Сейчас вещи положим в машину и хотим вот рядом тут вот на променадике сфотографироваться. Таисия просит. Все довольны, все счастливы.
Да? Да. Аркадий, а ты уставший, немножко устали мы. Я только есть хочу, собственно. Да. Ну ничего, сейчас нам нужно добраться до Калининграда, до дома, а потом уже будем кушать. Потому что я по темноте ездить не люблю кататься. Мы подошли на такую набережную. Вот. Там далее море. Вот. Поэтому такая тут балтийская красота. Очень красиво. Море сегодня спокойное. Вот. Вот этот аквапарк, в котором мы сегодня отдыхали. Ну что, все, поехали домой. Еще раз всем привет. Мы уже вернулись домой. Семейка, да? Наша семейка. В общем, сейчас хотим с вами поделиться впечатлениями о сегодняшнем воскресенье. Давайте расскажем ребятам, как сегодня прошел день у нас. Нормально. Нормально. Все довольны? Да. Я, ребят, честно говоря, устала. От такого отдыха. Мы сегодня находились, накатались с горок. Всего лишь две горки было, но нормально, интересно. Нам хватило. Да, интересно было. Потом что мы там были? В джакузи были, погрелись. Были в сауне. Вот, Аркадий в мужской сауне был, мы в женской были с Таисией. Было еще всякие вот эти вот водонапорные массажи. Вот, они там были везде по кругу. То бишь можно было помассажировать и ноги, и вот это вот, и спину, и бока, и живот. Вообще классная штука, релакс самый настоящий. Брала с собой эту нашу маленькую экшн-камеру. Я, в общем, одела ее в бокс специальный, и у нас такое крепление есть на руку. Ой, я первая поехала с горки, включила ее. Все хорошо было, и, короче... Как вначале я на черной горке ехала, снимала, потом я ехала на синей горке, снимала. Вот. Потом дети ездили, тоже катались. Я им этот бокс одевала на руку. Получается, я не проверила. Я проверила, что детские видосики записались. Свои не смотрела, свои, думаю, мои тоже тем более записались. Что проверять-то, отдыхать приехали. Ну и в итоге потом все, я этот экшн-камеру отнесла в ящик. Вот, в камеру хранения сдала. Домой мы приехали, я такая говорю, давайте посмотрим, что у нас там, как получилось, прикольно, не прикольно. И, короче, мое видео, как я ехала, вообще ни одного нету. Ни с черной горки, как я ехала, ни с синей горки. Прям так обидно. Не знаю я. Либо я на запись не поставила, хотя вроде я проверяла, все вроде шло. Не знаю я. Короче, или он, может, не сохранил. Короче, я ничего не... Ну, ладно, хорошо, хоть... От детей видосики остались. Так что я... Хоть что-то уцелело. Вот. А так, в общем, все классно. Мы уже покушали, да? Вот сейчас у нас поставила стирку стирать. Вещи, полотенца. И все. Сейчас вещи повешу, развешу. Аркадий сейчас дособирает, да? Рюкзачок свой. Он уже собран. Собрал уже? Да. Сейчас проверю. Вот, и все, и мы будем отдыхать, потому что от отдыха этого, от такого отдыха очень устали. Вот. Так что всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки и писать комментарии. Всем пока-пока, до новых встреч. Увидимся с вами в следующем видео. Да? Да. Давай опять.